Добрый день всем для канала Биосфера и для канала Белгородские странички. Там что-то происходит со всего неба. Чайки прилетели. Мы снова на нашем пляже и пытаемся заглянуть, что же там происходит. Половина льда, еще река не вскрылась. Что это такое, непонятно. Что они делают? Вон их сколько. Ежегодное собрание акционеров. Что это за птицы, непонятно. Увеличения мне не хватает. То ли это разновидность бакланов, то ли это наши чайки. Первый раз я такое вижу. И они продолжают слетаться вот на небо, посмотреть, если то они летят и летят. Вот такая она вот весна. Весна. Ничего не поделаешь. Летом, когда я здесь плаваю, если плыть в ту сторону или в сторону аттракциона, очень они такие опасные. Кажется, что сейчас прямо тебе на голову прыгнут, прямо, ну, могут прямо напасть. Когда они защищают своих птенцов, и здесь зимой, здесь, скорее всего, у них, здесь у них гнезда, наверное, будут. Ну, я так подозреваю. Это место, где они собираются, наверное, каждый год. Часть из них кружится над головой, то есть они в небе. Вот эти крики, это то, что сверху летают. Такое ощущение, ну, что это как бы патруль, то есть они смотрят сверху, охраняют то, что происходит внизу. А внизу что-то происходит? Наверное, весна. Сейчас пройдут еще маленечко. К сожалению, у меня это предельное увеличение, а до них далеко, больше 200 метров, может быть, еще больше. Кстати, они успокоились, то есть вот они слетелись и успокоились. И непонятно, они то ли разных видов здесь. Вот такая у нас красота тут. Посредине практически центра города, там меньше чем километр, здесь железнодорожный вокзал. Ну, это не мешает птицам.
Я эту панораму уже снимал несколько раз. Вот такой вот в этом году конец марта. Холодно. Прямо по-настоящему солнечное утро такое, что я не выдержал, бросил все и приехал позаниматься физкультурой, может окунуться, не знаю. Ну вот такая вот тема сегодня. Прилет чаек. Еще раз посмотрим, что там у них происходит. Радуются, наверное, жизни, галдят. Ну-ка, не видно мне. Сейчас в небе ни одной чайки нет. Во, вот она, где-то тут она летит. Не увидишь. На буйство живой природы можно смотреть бесконечно. Потрясающе. Вот такой маленький сюжет из жизни городских птиц, животных. Ну и мне тренировка. Никогда я не снимал животных и птиц вот с хорошей техники. Некоторое время я жил на берегу океана или, не знаю, моря. Вот, южного берега Берингового моря. Вот. И вот это вот, вот эти звуки утро чаек. Ну, кто живет на побережье, тот знает. Они вот как раз эти звуки и будут.